450 метров такова длина аллеи первоклассников в этом году. Она открылась на празднике «Дети – наше будущее». На этой аллее размещено 9516 фотографий первошей, а также их учителей. Здесь можно узнать самые популярные имена. В этом году это Анастасия, девочек с таким именем 235, и Никита, таких ребят 189. Самые популярные профессии – это полицейский, врач, парикмахер и художник. Но некоторые ребята хотят быть феями, звездами, роботами, папами и даже черепашками-ниндзя. Вот этот праздник, проведенный уфанетами администрации города, уже третий раз мы проводим, стал традиционным, можно сказать, брендовым праздником, потому что, видите, сколько много наших первоклассников, около 11 тысяч, плюс их родители. Массовые праздники, они объединяют, они создают вот эту благоприятную атмосферу, ну и приобщают молодежь к правильному выбору профессии. Я хочу стать врачом, потому что это весело. Вот кем будешь? Президентом. А чем занимается президент? Говорит то, что надо делать. Директор нефтяника хочу стать. Я хочу стать дизайнером. Я в первом классе вообще не подозревал, что меня и моих одноклассников будут показывать в городе в нашем. Директором города. А почему? Ну, потому что он главный. А что ты будешь делать? Ну, сидеть, командовать другими. Я буду терапевтом, потому что терапевт много денег получает. Кем ты хочешь стать? Олигархом. Первоклассники приходят на этот праздник, и на этом празднике все их любят. Это для них. И они больше верят в себя, они верят, ну, а вера в себя – это очень важно для человека. Вот он растет, и он верит в себя, да, и он добивается большего гораздо. Каждый год этот праздник удивляет детей, удивляет родителей. Я прошла сначала по аллее первоклассников, посмотрела всех наших малышей, кем они хотят стать, посмотрела рейтинг этих желаний. Потом прошлась по площадкам, в первую очередь по тем, которых не было в прошлом году. Очень интересно, очень здорово и неповторимо, потому что тот, кто был в прошлом году первоклассником, они снова приходят в этом году, потому что это действительно очень познавательный, интересный праздник для детей. В этом году мы решили впервые принять участие, чему очень рады. В следующем обязательно тоже хотим принять участие в мероприятии «Дети – наше будущее». Будущее у всех разное, но мы надеемся, что многие после нашей площадки, мы организовали специальную телестудию от Nickelodeon, захотят стать телеведущими, гримерами и связать свою будущую жизнь с профессией телевидения. Прилетели вертолеты, то, что здесь пожарные машины, вся техника, полицейские машины вставали. Мы решили показать проект в Сочи-2014, который будет проходить. Это данный поезд «Ласточка». Дети подходят, смотрят, им нравится именно перевод, как поезд останавливается, смотрит. Мне тут очень нравится. Звери прям настоящие. Барашек и это, и то, и свинка. Было круто. Это вся моя новость. Мы лазили на скалолазанье, рисовали, делали поделки, смотрели, как находят преступников собаки. Я видела, как мальчики быстро переодевались, пожарных, поделки делали, очень интересные узлы завязывали. Площадка вот «Поднять паруса», площадка про морскую тематику у нас на празднике «Дети – наше будущее» впервые представлена. Здесь у нас можно завязывать морские узлы, рыбачить, изучать азбуку семафора, даже играть в некоторые пиратские игры. Организаторы этих площадок столько усилий, столько сил вкладывают, столько творчества, души, изобретательности. Я вот сердце радуется, вообще интересно все.
А здесь расположилась еще одна аллея с фотографиями классов. За время праздника все гости могли проголосовать за понравившуюся фотографию. И вот только что объявили, что за время праздника проголосовало 1800 человек. И одна из фотографий победительниц – вот эта, Башкирского лицея 136. Теперь автор фотографии получит планшет от компании «Уфанет», а весь класс отправится в кинотеатр «Синема 5». Мы с родителями думали, придумали сделать курай. Так как курай обозначает дружбу, единство, и наш класс, надеемся, будет тоже таким же дружным. Все знаменательные даты по жизни люди должны запоминать, для того, чтобы потом могли сравнить и дать как бы отправную точку в большую жизнь. Я считаю, что сегодняшний праздник великолепно организован. Я думаю, он запомнится ребятам на всю жизнь. Нужно закрыть глазки, зажать кулачки и загадать свое самое-самое заветное желание. И оно непременно сбудется. Один, два, три. Замечательный праздник. Спасибо большое, что организовываете этот праздник. Уже не первый год. Мы в этом году пошли в первый класс и очень рады, что для наших детей был замечательный праздник здесь, на Кашкадане. Нам очень нравится парк Кашкадан. И все мероприятия были очень интересными. Очень интересная аллея первоклассника. Шары, конечно, вне конкуренции. Детям они ужасно понравились. Спасибо большое.